В гостях у Митьков. Очередная тут выставка. Идея посвященная Ленинградскому рок-клубу. Улица Рубинштейна, дом 13. В 81 году открылся легендарный ленинградский рок-клуб. Вот здесь представлены предположительные варианты мемориальной таблички, которые должны поместить в рок-клубе. Дальше тут выставка Митьков идет. Привет. Привет. Хорошая выставка про рок-клуб. Замечательная просто. Да, у нас там такая же принятая любовь. А вы выбрали, какую доску вешать? Ну, думаю. Там надо записать. Написать надо, да? Хорошо, напишу. Здесь надо написать, какой из вариантов вам кажется наиболее симпатичным. Есть такой, такой. Все-таки вариант один, он такой, мне кажется, более рациональный. Это выставка конкурсных эскизов мемориальной доски Ленинградскому клубу, которая будет помещена на улице Рубинштейна, 13. Написал, но мне больше понравился 11-й вариант, к сожалению. Он какой-то, ну, первый, он действительно немножко напоминает такие советские штампы. 11-й вроде как. Ты первое место напишу. Первое место напиши. Что ты считаешь?